Всем привет! Сегодня у меня день X. Мы летим в Турцию, но в Турцию лететь с нашего города нельзя, тут нет аэропорта. И мы летим с Харькова. Надо будет добраться до Харькова, и с Харькова летим в Анталию, с Анталии в Белек. Ну, дорога нормальная, особенно вот эта трасса Запорожье-Днепр и потом Днепр-Харьков. Вообще едешь все на расслабончике, кайфуешь. Утром мы прилетели в Анталию. Сейчас Туи нас грузит в автобус и поедем в наш отель. Ехать в город Белек еще где-то час. Все уже устали. 5 часов на машине, 2 часа с половиной на самолете.
Высота пипец. На такой шикарной ноте я заканчиваю. А вы обязательно подписывайтесь на канал. Там дальше будут еще много разных видео с развлекаловки в Турции. Баги, аквапарки, The Land of Legends, Luna Park, Combo 5.1 и все в таком духе. Я буду стараться это монтировать как можно быстрее и поярче. Все, всем пока!